Год постройки 36-й. В развалинах Ахунский ресторан. С колонн пообретали капители, травою проросли ступени, ниши, мох выстилает глиняные вазы. Всех трещинах белеют запустения. Империя живет всего полвека, но вот уже руины появились. Здесь сталинские соколы кутили, и первые герои пятилеток, поднявшись из забоев на Ахун, здесь подзывали вежливым кивком официантов в черных белых фраках, и воплощалась розовая мысль о будущем прекрасном. Сам мыслитель свой отпуск проводил неподалеку в домишке скромном на холодной речке, оцепленный полком НКВД. Не мог он представить он и в страшном сне вот этих низких маленьких столовок и жиром заплывающих буфетчиц, победно продающих хачапури, в которых нету сыра. А биджиз звучит его сменяет Челентано. Вот что перевернуть его в гробу могло бы, если б только повернуть, что-либо было можно в этом мире.